Всем привет, дорогие друзья! В Краснодар наконец-то пришла зима. Настоящая, с сугробами. Ну, в общем, все как положено. Снежная. И обещают еще как минимум неделю. А вот Марсюхин этому вроде как не очень рад. На прогулку его особо не выгонишь. Прям приходится периодически на руках выносить. Ну и снег ему... На удивление, в этом году не очень зашел. Мы хоть и стараемся гулять, ну, почти каждый день сейчас. Каждый раз у него первая часть прогулки прямо такая, я бы сказал, очень настороженная, очень нервная. Ему не особо нравится ходить по снегу, ему не особо нравится в нем, как раньше, валяться и... прыгать, бегать и скакать. Он все чаще сейчас просто усаживается, сидит, такой спокойный, размеренный. Ну и выражение морды, конечно, не очень довольное, что его вытащили гулять. Но обычно где-то через минут через 40 это проходит, и он уже более бодро играет в снегу. Ну и, конечно же, самой быстрой и веселой походкой он топает к дому, где знает, что тепло, светло, и вот эти вот белые мухи не кусают. В общем, не зря Марсюша отращивал такую красивую зимнюю шубку. В этом году есть где и как выгулять. Ну а ближе к выходным, я думаю, у нас будет прямой эфир, стрим. Посмотрим на то, как он себя поведет. Я думаю, что все-таки, скорее всего, в нашей студии. Всех ждем, а вам предлагаю продолжить просмотр Марсюшиных снежных похождений.